Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня поиграем в Ace the Horror Game. Прошу прощения меня за мою прическу, потому что я как-то забыл сходить к парикмахеру с экзаменами совсем таким. Поэтому я скоро схожу, и мне что-нибудь там сделают. А сейчас мы поиграем в Ace the Horror Game, который меня просили очень давно. И я хочу поговорить с тобой о бизнесе. Я уже проверил для тебя, ты должен найти по крайней мере 20 мешков. Еще что-нибудь? Сделай себе карту, это место огромное. Что? Ладно. Короче, я должен найти 20 мешочков с голдой. Фига себе озвучка. 20 мешочков с голдой. И когда я их найду, тогда я, по идее, могу победить. Игрушка, короче говоря, типа слендерняши. Мы должны просто ходить, прятаться от непонятного чего-то. Путин? А, не, показалось. Смотри, это похоже. Не, ну, так, если присматриваться, конечно, не похоже, но если вот так вот мимо проходить, похоже чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Тут много-много каких-то разных людей, я, честно говоря, их не знаю, потому что я необразованное чмо, поэтому я просто пойду и возьму глаз. В общем, нужно убегать от этого кого-то, который работает как Слендер, но при этом ты же знаешь, да, что Слендер, он телепортируется. Слендер, он как бы, бум, за тебя оказывается. Вот то, что здесь... Оно конкретно летает. И можно следить за тем, как оно летает. Да, можно нажать на кнопочку и посмотреть, что оно летает там. Угу. Прикинь? Да. Вот можно было так же с девушками, да? Взял, последил. Ладно, не важно. Берем раз и нажимаем. Кушку нажимаем, и вот этот глаз, что мы собирали, мы видим теперь все, что видит оно. Но правда, видим мы ненадолго, всего лишь на, наверное, секунд 5, может быть. Ну, я не засекал, но, короче, на мало времени. Когда вот так вот все трясется, это значит, что все плохо. Это значит, что что-то ко мне приближается. Только я не знаю где. Бегать не будем, просто потому что мне от нее нужно... Мне от нее нужно будет просто убегать. Когда мне нужно будет от нее убегать, тогда мне нужно, соответственно, хранить выносливость. Так, тут ничего. Вот несколько раз я поиграл в эту игру. Вот здесь всегда просто был какой-то ящичек. Мешочек, но нет, сейчас его нет. Слушай, хватит трясти всякие штуки! Ладно, тряси что угодно! Чё? Это стрёмно! Она ушла? Она ушла? Эй! Кто бы ты ни было, ты ушло? Да вроде бы да. Нет! Нет! Ты зачем на лестницу забегать? Беги, бегу! Пианино, спаси меня! Ой, да ладно! Fuck you! Момент, когда она тебя ловит, не страшный. Но страшно от нее убегать. А, ящичек раз, я там увидел слева. Ага, ящичек два. Ящичек три. На самом деле, это всего ящичек два. Почему вот это бы не взять? Кто не пишет? Почему вот это вот бы не взять? Да прикинь, какая-то дорогая ваза. Карту. Никого. Мадам. Короче, если вдруг ты увидишь здесь какое-то летающее зубастое чмо, да, ты кричишь. Понимаешь? Ни хрена она не понимает. Вот все женщины такие, не понимают нифига. Что у нас? Блин, мне кто-то что-то пишет. Прям очень много кто-то что-то пишет. Так, все, продолжаем, ребятки. Но не там. Мне нужно больше глазов где-нибудь найти. Глаз. Русский язык. Почему он такой трудный? Три. Нету ни хрена. Блин. Что это? Ключ от подвала? Здесь еще и подвал есть? Лол. А я могу прыгать? Я могу прыгать! Круто. Пока ее там нету. Так, здесь я был. Тихо, тихо. Стоял Майкл Джексон стайл. Просто уходим спиночкой. Ничего, ничего. Отлично. Как она меня находит постоянно? Коза! Я бы сказал, здесь больше ничего нет. Значит, нужно быстренько, быстренько. А здесь, может быть... На-на-на-на-на! Вот она. Я ее видел. Да ладно! Ты видел, как там часы вот так вот просто потряслись? Она меня ждала там! Коза! Вот же коза! Она там стояла и ждала меня! Ничего.
Чего? Что? В этой комнате теперь одно всего? Один мешочек, это мало. Мне нужен... Тапок! Одень тапок, тапок, тапок! А, да, у меня ног нет. Наверное, поэтому я не могу одеть и тапок. Ветер воет, все воет. Это прошмандовка тут где-то бегает. О, глаз. Два глаза. Два глаза это нормальное начало. С двумя глазами можно жить. Здесь у нас кроме швабры ничего нет. Че ты не берешь швабру? Прикинь, на тебя наезжают за такое-то дороже, и ты ушло. Тварь, что тебе нужно от меня? И все. Никаких же проблем. Эй, тварь, хочешь кофе? У меня кофе есть. Походу не хочет. О, а я тогда возьму мешочку. И просто там дюрвать сюда. Здесь должно быть по-любому три. Два мешочка хотя бы, два. Обычно в одной комнате не бывает три мешочка. А здесь, походу, раз. Есть еще что-нибудь? Может быть, второй мешочек? Да ну ты чё? Всего один мешочек, это ж мало. Значит, справа должно быть что-то. Нет? Не трясись. Два. Все, пять мешочков. Всегда с этой стороны дома есть пять мешочков. Где она летает? Бочки какие-то. Она, походу, в подземке. Тут есть подземка, тут, по-моему, три этажа или как-то так. Вот там вот спуск, я думаю, она внизу. Судя по тому, что у меня все тряслось, она была подо мной. Ладно. Откуда бежать? Беги, дура! Беги, дура! Зевс, хватит пить все! Ты чего, Зевс? Мы ж бро! Нормально же общались. Куча голды. Голда. Голда. Неужели я смылся? Серьезно? Я убежал. 10 мешочков у меня. 10 мешочков это заявочка. 10 мешочков это отлично. В эту комнату. Открой дверь. Дура. Дура. Я не знаю почему, но я думаю, что я играю за женщину. Я буду звать себя Могучая Люся. Сдуй. Здорово. Здесь больше ничего нет. Я бы сказал, да, что здесь дальше пустая, что забитая комната. Ладно. А глаза? Глаза есть? Игра называется «Глаза». Почему нет? О, все. Тогда можно. Так, следим. Следим. Я помню это место, я помню это место. Оно недалеко, кстати. Оно на моем этаже. И тут где-то есть поворот. Поворот к лестнице. Вот там, где этот поворот к лестнице, она там. Но правда... Вот к этой лестнице, то есть она внизу. Я прав? Только не говорите мне, что она за поворотом. Обалденная игра. Бутылка вина. Ой, выпьем за любовь. Все. Иди в жопу, хорошо? Не нужно мне. Никаких тут музык. Так, следим, следим. Крыса там была. Она выходит из-под низа. Спать низу. Ну выходит прям ко мне! Факел, пошел в жопу газа! Тупая, драная шмара! Обалденная игра! Опять это место! Она сейчас направо. Она не там. Она не может быть там! Ты не там! Она там! Если я не пойду вниз, то. Да ладно! Только не здесь. Она внизу опять! Сраный кемпер! Тварь без совести и чести! Почему она всегда при... О! Да ладно! Сундука ничего там нет! Что за убожество? Ладно, закрой этот сундук. Какой дурак держит сундук, в котором ничего нет? Эй, ты! Я не хочу туда идти! Зевс, тихо! Не надо.
Это еще опять меня молниями зашарашит. Я тут был? Я тут был. Дама! Здравствуйте. Дама, тварь! Дама, тварь! Она меня спалила! Дама! Если вдруг увидите кого-нибудь, скажите! Хватит так дышать! Она не может быть тут. Она не может быть тут. Она не может быть опять внизу. Так. Врубай экстрасенсорику. Ран! Ты видел это? Я нажал посмотреть на нее, и она прям в тот момент ко мне вылетела и такая: оба! Пацан, привет! И убила меня. Ладно, ребята. Это игра. На самом деле я собрал достаточно много монеток, да? Я не так уж плох. Я не так уж плох. Почешу бородку, которой нет, потому что я не плох. Ладно, ребята. Если вам понравилось это, напишите в комментариях. Я сделал это видео как пробное, чтобы, ну, во-первых, народ знал, что я не только делаю ФНАФ, и что я выполняю свое обещание, когда говорил, что я буду выпускать и теории по ФНАФу, и рандомные игры. Поэтому да, напишите в комментариях, если вы хотите еще видеть что-нибудь подобного. Возможно, вы хотите видеть этой же игры. И пишите в комментариях также название игры, которое вы хотите. И все. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока. Удачи.